В селе Раевске Альшеевского района дети 1 сентября пошли в новую школу. Новое здание рассчитано на 375 мест и построено при поддержке Башнефти, входящей в состав Роснефти. Необходимость в новом учебном заведении появилась из-за активного развития микрорайона Янаул. Ну, этот вопрос уже давно назревал, потому что у нас в селе Раевске 4 школы в райцентре. Как бы и в этом микрорайоне проживает 680 детей с этого микрорайона Янаул. Новый микрорайон здесь есть. Строящиеся приезжают, переезжают с сельских, с деревень приезжают, с городов есть, которые. Поэтому вот у нас в каждой школе есть вторая смена. Она как бы предназначена для ликвидации второй смены в селе Раевске. Поэтому вот для этого она и строилась. Раевский – второе по населению село в Башкирии. И действующие школы с трудом справлялись с возрастающей нагрузкой. А жители микрорайона рады, что теперь детям не нужно тратить много времени на дорогу до учебы. Микрорайон новый, красивый, много молодых семей и детей, соответственно, много. Поэтому мы открытие этой школы очень долго ждали. До лицея там на автобусе надо было садиться, и этот, особенно холодные дни, приходилось на остановке ждать. А здесь пешком быстро. Рядом живем ведь. Ездил с внук на автобусе, во вторую школу ходил. Все 8 лет. Мы рядышком живем, перевелись вот так. Здесь будем учиться в новой красивой школе. Школа старая, гимназия наша была. А тут как мы, нам провели экскурсии, я сама захотела здесь учиться. Школу построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», по которой происходит благоустройство сел и деревень при поддержке предприятий. В селе Раевский школу софинансировала АНК «Башнефть», входящая в состав Роснефти. Комплексное развитие сельских территорий, в первую очередь, это идет федеральный бюджет по линии Минсельхоза Российской Федерации. Ну и, конечно, нам нужны внебюджетные источники. Здесь у нас выступает нашим партнером, который не просто обеспечивает сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами, но и помогает нам строить и вводить в эксплуатацию социальные объекты. В трехэтажной школе 25 кабинетов. Каждый, помимо классической меловой доски, имеет интерактивную доску и экран. Также в ней есть пищеблок со столовой, актовой и спортивные залы. Спорту в новой школе уделили особое внимание. Помимо спортивного зала есть тренажерный уголок, большая уличная площадка и комфортные раздевалки. Школа в селе Раевске не просто не уступает по комфортности городским школам, они и на уровне даже выше. Но при этом мы видим, что это территория более шире, это все-таки сельские территории. У нас, если в окно посмотреть, это леса, горы, реки, да, там они большие многоэтажные дома. По словам министра сельского хозяйства, деньги на развитие инфраструктуры выделяются в районы, где идет активное развитие экономики. То есть открываются новые предприятия, растет количество рабочих мест и увеличивается население. Алсу Гумерова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.